Сегодня больше, чем когда-либо, денежный поток является королем. Денежный поток дает вам свободу. Денежный поток раскрывает перед вами возможности. Если вы хотите создать будущее для себя, вам необходимо создать денежный поток. Денежный поток дает вам свободу, дает вам стабильность, дает вам богатство для вас и вашей семьи. Эти люди и тысячи таких же, как они, открыли секрет свободы. Это денежный поток. Правительственная помощь, массовые сокращения и высокая безработица. Инфляция, отказ от пенсионных выплат и миллионы рабочих мест, вытесненных технологиями. Мир изменился навсегда. И в этой новой экономике безопасность — это новый риск. Обучение в школе, получение образования и работа в крупной компании больше не обеспечивают той безопасности, которая гарантировалась в прошлом. Рассчитывать на корпоративную или даже правительственную пенсионную программу больше небезопасно. Наступили явно неспокойные времена. Однако подобные времена также предоставляют огромные возможности. Вы можете защитить себя и своих близких. Вы даже можете выйти на пенсию молодым, богатым и свободным от тревог. Вам требуется только одно – денежный поток. В новой экономике денежный поток является королем, потому что он дает вам возможности. Он позволяет вам преодолеть любой экономический или рыночный спад, либо финансовые трудности. И хотя говорят о нем многие, традиционные способы его получения изменились. Простое размещение средств на банковском счету или фондовой бирже в настоящее время зачастую не позволяет уберечь их от инфляции во многих странах. Разумеется, крах субстандартных ипотечных программ и лопнувший пузырь рынка недвижимости создали серьезные трудности для получения стабильного денежного потока в сфере недвижимого имущества. Изменчивость финансового рынка пошатнула репутацию ценных бумаг и других традиционных капиталовложений. Но несмотря на трудности создания денежного потока в современной экономике, они же предоставляют новые и потрясающие возможности. Все еще существует мощный способ создания надежного остаточного дохода, который позволит оплачивать счета, поддержать уровень жизни или даже разбогатеть. И этот бизнес по созданию денежного потока не требует вкладывать крупные инвестиции и идти на огромный риск. Давайте сравним бизнес по созданию денежного потока и традиционные способы получения остаточного дохода. Пожалуйста, посмотрите свой рабочий лист. Многие люди думают, что могут обеспечить безопасный выход на пенсию путем сбережений. Но насколько это реалистично? Минимальные процентные ставки, выплачиваемые сегодня, делают невозможным собрать достаточно денег, чтобы преодолеть инфляцию, не говоря уже о комфортной жизни на пенсии. Давайте предположим, что у вас есть бизнес, который обеспечивает вам доход в размере $1000 в месяц. Какую сумму нужно иметь на банковском счету, чтобы получать такой же процент со сбережений? Если исходить из процентной ставки в 3%, то вам нужно иметь на сберегательном счету или депозите $400 000. Если вы имеете бизнес, приносящий $5000 в месяц, то на банковском счету должно лежать $2 000 000. Эквивалентом ежемесячного дохода в $10 000 будет $4 000 000 на счету или депозите. А теперь давайте сравним, что вам нужно делать, чтобы получать подобный доход в сфере недвижимости. Предположим, вы следуете традиционной схеме. Покупаете дом, делаете в нем ремонт и сдаете его в аренду. Давайте будем консервативными и скажем, что вы можете купить и отремонтировать дом за $100 000, а ежемесячная прибыль с его аренды будет составлять $200. Тогда вам нужно иметь 5 домов и инвестировать $500 000 для получения дохода в размере $1000 в месяц. Эквивалентом дохода в размере $5000 будет сдача в аренду 25 домов общей стоимостью в $2.5 000 000. Чтобы получать $10 000, вам бы потребовалось инвестировать или взять кредит на $5 000 000 и сдавать в аренду 50 домов. И это с учетом предположения, что каждый месяц вы сдаете в аренду все дома и получаете доход с каждого из них, что очень трудно в современной экономике. В реальности многие инвесторы в сфере недвижимости, пытающиеся в настоящее время сдавать дома в аренду, терпят убытки. Вот почему, как вы можете убедиться, в новой экономике так важно иметь бизнес, приносящий доход. Ведь у каждого человека есть собственные потребности и желания, и свои представления об идеальном образе жизни. Что насчет вас? Какой из предложенных вариантов лучше всего описывает желаемый вами денежный поток? А. Оплачивать счета и погасить долг? Б. Получить дополнительный доход, повышающий уровень жизни? Или С. Создать богатство или настоящую финансовую свободу? Пожалуйста, отметьте ответ на рабочем листе. Теперь, когда вы определились с вашими целями, следующий шаг заключается в честной оценке ваших текущих возможностей для их достижения. Первое. Сберегательный счет или депозит. Второе. Фондовый рынок или традиционные инвестиции. Третье. Работать больше часов.
Четвертое – устроиться на вторую работу. Теперь давайте предположим, что вы уже обладаете желаемым уровнем дохода, к которому стремитесь. Как изменится ваша жизнь? Уделите пару минут, чтобы перечислить в рабочем листе 5 вещей, которые вы бы делали, имели или кем стали, если бы денег было достаточно. Вы поедете в кругосветное путешествие? Купите новый автомобиль или загородный дом? Может быть, пожертвуете деньги на благотворительность? Если вы хотите жить той жизнью, о которой мечтаете, то должны знать свои мечты. Итак, как вы можете увеличить свой денежный поток и достичь того уровня финансовой независимости, которого желаете? Есть особый вид бизнеса, который существует более 50 лет и работает даже лучше в трудные экономические времена. Этот бизнес называется сетевой маркетинг. Иногда его называют многоуровневый маркетинг или MLM. Сетевой маркетинг — это превосходный бизнес по созданию денежного потока, потому что требует небольших инвестиций при минимальном риске. На протяжении многих лет он эволюционировал из простой розничной торговли и сейчас стал предпочтительным выбором для сообразительных предпринимателей, желающих создать денежный поток, получить налоговые льготы и жить жизнью своей мечты. Если вы читали какую-либо из книг серии «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки, тогда вы знаете, что он твердо убежден, для создания богатства нужно строить сети. Фактически, в книге «Бизнес-школа» Роберт пишет: «Мой богатый папа говорил мне, что одно из самых сильных слов в мире бизнеса — сеть. Самые богатые люди в мире ищут и создают сети, остальные ищут работу». Роберт продолжает: «У вас может быть великолепная идея или продукт, но вы добьетесь успеха только при условии, если имеете сеть, через которую можно рассказать об этом людям, и сеть дистрибуции, через которую это можно продать». Индустрия сетевого маркетинга предлагает готовую систему бизнеса любому, кто хочет контролировать свое финансовое будущее. И в этом мнении Роберт явно не одинок. Экономист Пол Зейн Пилзер и автор бестселлеров Дэвид Бах также являются сторонниками этого бизнеса. Его преимущества включают низкий первоначальный взнос, гибкий график работы, выгодные налоговые льготы, замечательные возможности для поездок и возможность выбирать людей, с которыми вам хочется работать. И что самое лучшее, он несет потенциал неограниченного дохода. При этом вы достигаете успеха, помогая другим людям становиться успешными. На сегодняшний день ежегодный объем продаж в сетевом маркетинге составляет более 100 миллиардов долларов. И им занимаются в более чем 100 странах по всему миру. Сетевой маркетинг нашего дня — это не тот бизнес, которым он был при поколении ваших родителей. Сегодня это современный бизнес для современных людей. Сегодня нет необходимости хранить огромное количество продукта, отслеживать получение заказов или развозить продукт по всему городу. Продвинутые технологии превратили его в идеальный виртуальный бизнес, которым вы можете заниматься из своего дома, создавая остаточный доход. Фактически, захватив с собой ноутбук, вы можете управлять своим бизнесом из придорожного кафе, сидя под пальмой или из любого уголка мира. Многие корпоративные директора, бизнесмены и профессиональные специалисты присоединились к этому бизнесу, чтобы избавиться от суеты корпоративного мира и жить так, как они мечтают. И это передовое поколение сетевой индустрии представляет